Прокуратура Омска нашла коррупционные схемы в работе депутатов горсовета. Они принимали на работу своих родственников и платили им зарплату из городского бюджета. При этом надзорный орган уже не первый раз пытается заставить народных избранников не нанимать своих жен и детей в качестве помощников. А депутаты эти протесты рассматривают и не принимают. Последний раз рекомендацию отправили на доработку в комитет. Впрочем, некоторые предпочли все же уволить своих родственников. Сейчас только у 3 народных избранников остались в помощниках родные, у коммунистов Леонида Михайленко и Николая Коломейца и единоросса Александра Иванова. Помощник депутата Омского городского совета может получать до 39 тысяч рублей, а контролирует его работу сам депутат. Такие полномочия, как, допустим, оформление табеля учета рабочего времени, полностью отдано в компетенцию депутата. Графики отпусков помощников депутатов аналогичным образом согласуются депутатом. Возможно, личная заинтересованность депутата в получении выгод близким ему родственникам, либо свойственникам. Вот в связи с чем, соответственно, вот проект решения был разработан прокуратурой города, и мы предложили в муниципальном правовом акте прямо закрепить такой запрет.